Давайте будем называть вещи своими именами. Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Насаждая основанный на правилах порядок, его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип устава ООН – суверенное равенство государств. Our hypocritical convener today, Russia, invaded its neighbor, Ukraine, and struck at the heart of the UN Charter and all the values we hold dear. This illegal, unprovoked, and unnecessary war runs directly counter to our most shared principles, that a war of aggression and territorial conquest is never, ever acceptable.